от судьбы точно никуда не скроешься. Что на роду написано, так оно и будет. Оружие убрал. Сталкер, вали отсюда. Мы кого попало не пропускаем. Thank you.
своей дорогой, сталкер. Место, где вам всегда подскажут, как позаработать, подходите в бар 100 рентген. Мы всегда рады новым посетителям. Ветераны Чернобыля, вступайте в ряды долга. На нас лежит огромная ответственность защитить мир от растущей зоны. Свободные сталкеры, ветераны и охотники, вливайтесь в ряды долга. Защитить мир от заразы зоны – наша общая цель и задача. Проходи, не задерживайся. Начнешь пить. Как? Тебе сюда нельзя. Здорово, Меченый. Принес документы с Агропрома. Отличная работа, Меченый. Наконец документы у нас. Теперь мне надо в них разобраться. Может, узнаю, как пробиться на север. Кстати, если тебе нужны деньги, можешь пойти сразиться на арене. Хозяина арены зовут Арни. Его координаты я тебе скинул. Значит так, по документам, которые ты принес с Агропрома, кое-что начинает проясняться, но данных не хватает. Упоминается некая лаборатория X-18. По описанию похоже на заброшенное подземное помещение в темной долине. Придется тебе туда отправиться и добыть недостающую информацию. Лаборатория закрыта, и чтобы открыть ее, понадобится 2 электронных ключа. Один я тебе дам, а второй заберешь у Борова в темной долине. Все, что нужно сделать, получить второй ключ от лаборатории X-18, проникнуть в нее и добыть недостающую часть документов. Не забудь достать костюм, защищающий от радиации. Без него ты не пройдешь. Ну что, Меченый, берешься? Эх, если кто помог. Как меня угораздило. Как меня угораздило. Мне всегда есть кое-что интересное. Не тормози, мужик. Моя информация может тебе пригодиться. Подходи, сталкер. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Не тормози, мужик. И когда все это закончится? Как ты меня угораздило. Защити мир от зоны. Вступи в долг. И никого на горизонте. Иди своей дорогой, сталкер.
Опусти оружие. Опусти оружие. Сука, а то узнаешь, как легко пуля пробивает череп. Не убивай меня! Твоего напарника сейчас будут везти на заброшенную фабрику! Это все, что я знаю, млям буду! Ладно, мразь, живи. Но на глаза мне больше не попадайся. Эй, дружище, иди сюда! Помоги отбить напарника у бандитов! Давай за мной, я знаю место для засады. Поможешь, буду благодарен. Долги в долге, возвращают.
Пусть земля тебе будет пухом, дружище. Подходи, пообщаемся.
Открой эту чертову клетку! Пульт управления находится на стене! Спасибо, друг! Я твой должник! Чушпаны! Фрейра повалили! Ща мы вам, арапы недоделанные! Thank you.
точкой. Понял, начинайте работать. 032-й, выбрасывай своих на крыше. Как понял? 032-й принял. На крыше так на крыше. Меченый, базу бандитов атаковали военные. Они перекрыли выход на свалку. Но есть старая дорога на юг. Попробуй выбраться по ней, но будь осторожен. Удачи.
болтаем. Очередное дельце наклевывается.
имеется выход в глубину зоны для охоты, в скобках монстры, и собирательство, в скобках артефакты. Сбор всех любителей этого дела назначен на 6:30. Этого дела брать по 2 литра. Класс! Кто притащил? Неплохо. Хороший товар. Неплохо. Хороший товар. Вот так бы всегда. Неплохо, молодец. Я доволен. Ну, проветришься, заходи. Ходи сюда. Есть тема для Хватит разговора. Хватит уже инструмент ломать, если не умеешь. Завязывай, ладно? Надоело. А все-таки накоплю я на свой домик, чтобы речки и лес рядом. И не радиации тебе, ни тварей, ни сволочей разных. Оружие убрал. Значит, на берегу озера двое сталкеров. Ну, первый говорит, да брешет все по поводу радиации. Я тут уже фиг знает сколько, сижу и хоть бы хны. А второй ему в ответ, точно, точно, тут собаки. Хотя вот из хвоста почему-то шерсть облизать не вовремя стало. Врачу, что ли, показаться? Так, убери оружие. Ствол! Опусти ствол! Ствол убираем, ага!
Что притащил? Неплохо. Молодец. Я доволен. Ну, проветришься, заходи. Thank you.